М104, 3,2 литра строкер. Убрал разницу в длине шатунов, перевтулил, сместил, шлифанул и это все дело под центровку поршнем, так как это Мерседес. Вот это все дело пальцы шлифанули, теперь все входит и выходит. Замечательно. Шлеп, шлеп, шлеп. Сейчас покажу, как это все дело в поршне. Ну, в поршне это тоже все входит и выходит. Вот так это вот шлеп и как бы все. Интересная тема, что болты ARP и якобы ARP, которые от этих шатунов, они по виткам немножко отличаются, хотя шаг одинаковый. Итак, мотор М104, 3,2 литра, строкер из 2,8, колено 3,2 здесь стоит. Ось выровняли, все выровняли, колено подогнали, все круто, все отлично, все мягенько крутится. Вот обратите внимание, да, как все легенько, все зажато. Но сейчас я вам покажу, как утягивает эту ось весом блока, когда он прикручен за задницу, и почему надо сюда делать подпорочку. Обратите внимание, как крутится колено. Вроде ничего не подкусывает. Все отлично. Теперь смотрите, какой делаем фокус. Ничего не делаем. Просто переворачиваем. Тут у нас все такое шлифовенькое, хренинговное. И смотрите на колено. Ничего не сделали. Просто перенесли нагрузку. Поэтому подпорочку сюда надо сделать. Вот такая вот штука. И при том, когда цепляет за боковину, и он висит вот так сбоку, еще хуже эффект проявляется. А так вот, все, топчиком. Ну все, вот низ. Так вот он у нас тут. Шу. 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 Как-то так.